Здравствуйте, товарищ Арбалов. Сегодняшний видеообзор хочу посвятить такой вот интересной приманке от фирмы Касадака. Данная фирма на рынке уже очень давно. Занимает, так сказать, одну из лидирующих позиций. Даже, можно сказать, мне кажется, что даже лидирующую позицию на рынке среди бюджетных приманок. Стоят их и приманки вполне гуманных денег по отношению к конкурентам, то есть вполне за небольшие деньги можно получить очень качественную продукцию. В данном случае у меня моделька Boxer XS45F. Как понятно из названия, данная модель имеет длину 45 мм, весит он 8,7 грамма. Заглубляется от 20 сантиметров до 60. Моделька, так же как понятно из названия, плавающая. Приобретал я эту модельку для ловли головля в основном. Честно скажу, головля он ловит очень хорошо. Приманка действительно оказалась уловистой. Нисколько не пожалел, что ее приобрел. Данный воблер представляет из себя вот такой вот крэнк, имитирующий, так сказать, упитанного малька. То есть широкий в спине, широкий в профиле. Такие вот реалистичные 3D глаза у него. Оснащен двумя острыми тройниками французской фирмы VMC, как и все приманки фирмы Касадака. Крючки, спасибо им, что они ставят качественные, не экономят на этом. Лакокрасочное покрытие данной приманки на высоком уровне. Ну, естественно, головоль не может оставить каких-либо повреждений на приманке. Но если, естественно, клюнула щука, то щука перед щучьими зубами устоять ни одна краска не сможет, на мой взгляд. Сколько у меня приманок не было, щука царапает их все. Полетное качество данного воблера при его весе и обтекаемой форме очень хорошее. По пятибалльной системе это стабильная пятерка, летит хорошо, не кувыркается. То есть данную приманку не составляет труда забросить далеко и точно. Воблер довольно-таки упористый. Хорошо держит течение. Так что можно его применять на перекатах. Но перекатов у нас не столь много, а ловлю я головля в основном сплавом. То есть подбросами приманки под коряшки, нависшие кусты деревьев, точнее нависшие кусты, нависшие деревья над водой. И поклевка, так сказать, не заставляет себя долго ждать. Несмотря на столь внушительный размер данной приманки, головоль ловится чуть ли не от 150 грамм. Но также попадаются особи и внушительных размеров, таких как по килограмму и более. Также на этот воблер нередки поклевки жереха, язя, а также щуки. Так что данный воблер рекомендую к приобретению. На мой взгляд, данная приманка должна быть у каждого уважающего себя головлятника. Иногда вот надоедает ловить на очень мелкие приманки весом в 2-3 грамма, поскольку их забрасывать немножко, так сказать, сложнее, особенно в ветер. Эта приманка пробивает неплохо ветер, то есть и забрасывать ее довольно-таки легко.
Данная приманка имеет шумовую камеру, то есть шумовой эффект у нее очень такой ярко выраженный. На мой взгляд, приманка более чем достойная. Если приобретете, не пожалеете. Спасибо за внимание. Данный видеообзор подготовлен специально по заказу интернет-магазина F-Magazine.